24 человека погибли, 60 травмированы в результате теракта в городе Ахваз в Иране. Неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада. Среди пострадавших женщины и дети. Двоих нападавших ликвидировали правоохранители. Об этом сообщили государственные медиа страны. На месте работают медики и полиция. Детали в материале Александра Кулебабы. Выстрелы раздались в районе трибуны. Стрелки находились просто за спинами официальных лиц. Одетые в военную форму мужчины палили, не жалея женщин и детей. Нападавших было четверо, стреляли в течение 10 минут. Трое из этих террористов были убиты. Двоих застрелили на месте. Один ранен и попал в больницу, где и умер. Четвертый арестован. О своей причастности к нападению заявило национальное сопротивление Ахваза – иранское этническое арабское оппозиционное движение. Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и финансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. Дети и молодежь оказались в числе жертв. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов. За такие атаки Тегеран быстро и решительно примет ответные действия для защиты своих граждан. США пока не комментируют эту атаку. Ответственность взяла террористическая организация «Исламское государство». Александр Кулебаба, UATV.